Всем привет! Я думаю, не только я вижу постоянно такие фразочки в пабликах ВКонтактике, в комментариях где-нибудь под роликами, да, на мужских каналах. Типа, вот не нужно там тратить время на женщин, не нужно с ними никак взаимодействовать, не нужно там проявлять активность, не нужно ничего с ними делать, блядь. Забейте нахуй на баб, просто развивайтесь, развивайте свое дело, развивайте свой бизнес, зарабатывайте бабло, да, и женщины якобы сами потом начнут за вами бегать, и женщины просто потянутся к вам, будут чуть ли не в двери стучать, и вы такой кастинг, да, будете устраивать между ними. То есть и многие вот парни, мужчины, они обожают просто такие фразы, которые очень часто никакого отношения на самом деле к реальности. Так говорят также очень многие блогеры, особенно такие, знаете, бородатые, такие мужественные, да, они с именем на букву А. Я думаю, многие поняли, о ком я говорю. Вот, типа, мужчине не нужно тратить время, проявлять инициативу, активность на баб. Вот, нужно просто развивать свой бизнес, свой проект, зарабатывать бабло. А я, блядь, смотрю, просто, блядь, ты куда ни оглянешься, все такие занятые, что просто ни одной свободной минуты ни у кого не осталось, что ли, я смотрю, или как. Вот, то есть никто не тратит время, да, на какие-то бесполезные вещи. Все прям такие бизнес-императоры, да, и у них просто нет ни одной свободной минуты для того, чтобы там как-то там заняться сексом, пообщаться и так далее и тому подобное. Нет, блядь, все такие, сука, занятые, что ты прям не знаешь, куда деваться, да. Вот, и вот такие вот советы также... Это любят говорить такие особенно радикальные МДшники, да. В МДшниках как минимум таких половина. Плюс туда же мы отнесем инцелов. Ну, если вы не знаете, кто такие инцелы, это те, которые не могут получить секс с женщиной. И вот это вот вся огромная, вот этот вот пласт, да, людей, они просто на самом деле не могут себе признаться в том, что вот он там боится подойти, в том, что он не интересен женщинам, в том, что он сыкун, в том, что он не хочет ничего с этим делать, не хочет как-то над собой поработать или еще что-то. Без денег, да, он женщинам абсолютно никак не интересен. И он начинает вот придумывать вот эти вот отмазки: да я трачу время на свое дело, да мне не до баб, да я развиваю свой проект. Да, блядь, я такой вот весь занятой, и поэтому я сначала добьюсь чего-то, да, а потом женщины сами за мной начнут бегать, да, вот, и будет просто конкуренция за меня, да. Вот, да, блядь, вы сидите и тратите кучу времени на какие-то мусорные группы ВКонтакте, там, в ТикТоке, на какие-то... блять, телеграммы и прочее. То есть вы что, не можете там час в день времени уделить там на женщин, да? Я не говорю там идти куда-то в поля, там еще что-то. Да, блять, самое элементарное, ты идешь с работы, ты видишь понравившуюся какую-то миленькую девушку с хорошей фигурой, ты подходишь к ней, пообщался, ничего ты с этого не тратишь. 5 минут времени, и не надо говорить, да, я лучше потрачу времени на свой бизнес, вот, мне сейчас не до этого. Это все тупые самооправдания. Я что заметил, люди, во-первых, тупые, а во-вторых, люди очень любят оправдывать свою слабость. Это происходит везде, об этом я еще скажу в конце ролика. Вот, то есть, в чем проблема? Для того, чтобы развивать, да, какие-то свои там бизнесы, проекты, зарабатывать деньги и так далее, и совместно с этим там общаться, взаимодействовать, получать опыт, набираться навыков, да,
понимать, да, там, природу женщин, понимать, как с ними нужно вести себя и так далее. Почему не делать все это одновременно? Я просто не понимаю, почему одновременно, блядь, этим нельзя заниматься? Неужели вы 24 часа в сутки просто там такие уже перегорели, да, и вы все свое дело, да, там он изучает программирование там или еще что-то? Да не гоните пургу, вы всегда можете найти там часок в день для того, чтобы порадовать себя, насладиться там телом девушки, насладиться там временем, проведенным с ней, там вечерком посмотреть с ней фильмец, там заняться сексом и так далее. То есть не надо обманывать себя, нужно быть все-таки более честным с собой и с другими, особенно с собой. Но нет же, нет. Лучше, конечно же, нести хуйню, что вот мне не до этого, я там трачу время на бизнес, там просто. А сам он в это время там сидит в телефончике, да, в свободное время, там смотрит какие-нибудь видосики бесполезные и так далее. Я сам это делаю, но я хотя бы честен с самим собой, я всегда был честен. Даже когда я был каким-то там неуверенным, да, в себе давно, там, 10 лет назад у меня не было девушек и так далее. Но я всегда был честным и понимал, что дело во мне. И я никогда не говорил эту хуйню. Да у меня просто времени сейчас нету. Да сначала надо с учебой разобраться. Ну и прочая хрень, блядь. Да всегда вы найдете время на то, что вы хотите делать. Вместо того, чтобы заниматься какими-то мусорными делами, да, вы можете найти девушку, заниматься с ней сексом, хорошо проводить время. Нужно делать это одновременно. И заниматься собой, бизнесом, там, я не знаю, чем вы занимаетесь. И заниматься приятными вещами с девушками. И вот вся вот эта ахинея, которую несут вот эти вот какие-то, ну, глупые МДшники. Я не говорю, что все МДшники глупые, ни в коем случае. А часть из них глупых МДшников, да, потом инцелы, потом вот эти всякие блогеры, вот эту ахинею про то, что вот нужно заниматься собой, а девушки, они сами потянутся, потом главное развивать себя, вот, а девушки потом будут за тебя бороться, да. Ты, по-моему, перепутал. И вот это все просто разбивается нахуй, когда ты начинаешь по сути разбирать, да, его жизнь, смотреть, как он живет, вот, и оказывается по факту, что кучу свободного времени он сидит там, просирает, да, в компьютерные игры, там, сериальчики и прочее, а говорит, что у него нету времени, да, а на самом деле за этим стоит просто его слабость, его вот эта лицемерная, лживая, мерзкая натура, которая не может даже самому себе признаться в том, что он, блядь, настолько слабый, настолько, что он даже не может признаться себе в том, что он просто сыкун, он просто безвольный, он просто слабохарактерный, который, если бы он признался себе в том, что там, или ему лень, да, что-то какие-то напрягаться или еще что-то делать, или он не интересен женщинам, или с ним, кроме как за деньги, никто не хочет, тогда да, если ты такой человек, честь тебе и уважение. Вот. Но зачастую мы видим, что, конечно же, люди, они будут до последнего усираться и говорить, что нет. Просто у меня нет времени на это. Я такой деловой, все силы направляю на заработок денег. Ага, блядь, смешно. Они вот все развиваются, да, такие все достигаторы там. Идут к успеху, да, вот. И что-то я как-то не вижу, что вокруг одни миллионеры, да, по факту богатых людей всего лишь 2%. Вот, то есть это все полная хуета, которую, конечно же, любят слушать слабые мужчины. Вот эти вот сказки, розовые очечки, которые его, вот эта вот слабая натура, так и хочет быстрее надеть. И вот сидеть вот так и мечтать. А вот когда-нибудь я заработаю денег, и женщины толпами будут бороться за меня. Ой, как хорошо летать в будущем, да? Кто-то в прошлом, кто-то в будущем. Блядь, ты в настоящем действуй, не надо искать себе тупые отмазки. Ты всегда можешь найти время одновременно
там жарить телочек одновременно, а заниматься своими делами. Никто не говорит, что нужно там идти в ЗАГС, заводить детей и так далее. Вы посмотрите мой канал, я говорю о других вещах. Я не говорю, что нужно все свободное время уделять девушке. Вот я уже, ну, то есть последние там, ну, может быть, лет 7, когда у меня просто постоянно всегда кто-то есть, да, там одна-две девушки, там, или просто они сменяют друг друга. И как-то у меня нету никаких проблем с отсутствием свободного времени. Заниматься какими-то хобби, посмотреть какие-то даже беспонтовые, бесполезные видосики, да, там, посмотреть фильмы, заниматься спортом, я это все успеваю, вот. И девушки мне никак этому не мешают, они всего лишь еще лучше дополняют мою жизнь, как вишенка на торте. А он такой сидит, мечтает, вот, греет вот эту иллюзию, да, его ранимое сердечко, так и хочет вот верить в эту сказку. Ведь ничего не надо делать, не надо развиваться, просто зарабатывай деньги. И бабы сами к тебе подтянутся и начнут за тобой бегать. Нет, не начнут. Рассказываю, как будет в реальности. Он такой развивается, да, допустим, там, не знаю, зарабатывает, ждет, что потом вот он этого достигнет, и женщины начнут делать, как говорит вот этот вот Арсен Макарян, что ты сначала достигни определенного дохода, вот, и только тогда ты будешь достоин женщин, да, и прочее. Ну, вот эту хуйню я еще сниму отдельный ролик на эту тему. И вот он такой условно программист, да, или там, не знаю, сварщик 6-го разряда, он такой зарабатывает деньги, развивает проект, занимается своим делом, да, и надеется, что скоро женщины будут драться за него, такого классного и успешного мужчину. И вот, например, он развивался, ему там 30-35 лет, и он там проебал свою молодость, да, время, которое, по идее, нужно было бы в том числе тратить на получение опыта с женщинами. Он, скорее всего, уже не имеет, естественно, того высокого уровня тестостерона, что у него был. И, в принципе, особенно если он такой с лишним весом, да, там, с пузом и так далее, ему и секса-то уже особо неохота. И вот он такой выходит на вот этот брачный рынок, да, вот он заработал, сидит такой. И как-то женщины, знаете, они что-то не приходят, в дверь как-то не стучат. Даже если он что-то начинает делать для этого, да, например, там, зарегался он на сайте знакомств, то там, естественно, он такой зарабатывал, успешный, да, такой стал, да, вот. Он начинает демонстрировать, да, там, не знаю, машина у него, там, часы, пишет он там, интересы, там, инвестиции, да, у него и так далее, вот. И, естественно, на сайте знакомств ему попадаться будет кто? Кто ему будет попадаться? Ему будут попадаться, блядь, меркантильные сучки, которым он нахуй не интересен, и которая так и ждет, потирает ручки, когда бы какой-то вот такой лох, да, который развивался и не получил никакого опыта, когда же он попадет ей в руки, и она сможет грамотно, так хорошенечко его по полной основательно развести. Это просто охуенно. А он такой, который не познал жизнь, как говорят, письки не нюхал, да, писечки пизды не нюхал, вот. И он такой без опыта, он не умеет общаться, не умеет фильтровать женщин, отсеивать ненужных, там, меркантильных, беспонтовых, наглых, там, и так далее, и тому подобное. Вот, он этого ничего не знает, он не знает, как с ними правильно вести, он не понимает ни манипуляций, ни мотивов ее поведения, вот. А почему? А потому что все это время, пока он развивался, нужно было параллельно общаться и трахаться, то есть только так, И кто вам говорит как-то иначе, ну, я считаю, вам нужно самим задуматься, над тем, что я говорю в этом ролике. Плюс нужно, конечно, не забывать тот факт, что такой мужчина, который вот развивался, да, такой он весь в свое дело проникнул и ждал, что потом
он будет выбирать. Блять, от этого, от того, что ты там стал богат, или там по карьере ты продвинулся, ты от этого альфачом не стал. Ты как был, блять, омешкой, так ты ей и остался. И вот эти вот все достигаторства, да, твое, оно тебе с женщинами никак не поможет. Максимум, что я говорю, это ты сможешь начать привлекать себе каких-то самых беспонтовых женщин, которым нужны исключительно твои же деньги. Потому что иначе как-то, кроме как деньгами, привлечь ты никаких женщин своей личностью, своим поведением никогда ты не сможешь. Почему так, нахуй? И такой вот лошок, да, достигатор, блять, мамкин, он залипает потом на первую попавшуюся женщину, которая дала понюхать ему свою писечку, да, свой пирожочек. И все, и потеряли мы пацана. Ну, так получилось, не фартануло, он ни в чем не виноват, да. И вот все, он залип на первую, которая раздвинула перед ним ноги, вот, потому что опыта нихуя нету, потому что навыков нихуя нету. И вот даже если он такую найдет, то она будет этого ложка разводить до такой степени, пока он не отдаст ей все, пока она не выжмет из него все соки. Она, конечно же, с радостью свесит на него ножки, да, а он такой неопытный болван, такой дурачок, да, который не развивался по всем фронтам, он, естественно, на нее залипнет и абсолютно ничего не будет понимать, как себя нужно вести. И что такая женщина — это абсолютно не вариант. А он прокачивал одну сферу, финансовую. И с женщинами он, в принципе, ничего не может. Как вам, нравится вот такой вот вариант, что я описал? Думаю, нет. И вот не надо слушать вот этих всяких бородатых Арсенов, да, которые говорят вам, вот, развивайтесь, и вы уже будете выбирать из баб, которые захотят быть с вами. Так а кто захочет? Я уже сказал, меркантильная сучка, которая выжмет из вас все, что у вас есть. Поэтому нужно совмещать, совмещать и совмещать. Так что, я думаю, на этом все. Пишите свое мнение в комментариях. Я свое мнение высказал. И я думаю, с ним сложно спорить. Я ни в коем случае не говорю, что не нужно развиваться. Обязательно нужно. Но нужно делать это для себя, а не для того, чтобы ваши деньги потом помогли вам как-то с женщинами. С женщинами помогут вам абсолютно другие качества. И другие качества сделают отношения с женщинами хорошими, качественными, где женщина вас ценит, любит, уважает и так далее. Но никак не деньги. Запомните это.